Ну, ребят, как я провожу свой выходной день? Свои выходные, хотел сказать, но нет, это среда. День России, у нас день города в Уфе. Вот поэтому, как бы это, выехала в лес на природу за грибами. Вот сейчас ставлю вам кусочек своих грибов, своего улова. Смотрю куда-то туда, потому что так и не настроила, короче говоря, телефон. Я так и не поняла, что делать. Вот, поэтому смотрю в камеру, но кажется, как будто бы в лес. Ну и пока здесь в лесу, хотела снять для вас результаты похудения, потому что вы постоянно видите мою голову, как бы, и непонятно, да, как что. Раз пока одета сейчас, ну, в таком виде, как бы в облегающем, можно сказать, будет понятно и видно. Вот. Ну, так что это следующим кусочком. Вот мой сегодняшний улов. Это у меня вишеночки. Это подосиновики, или кто их называет, как красноголовки. То есть и так можно назвать. То есть сначала положено, все the best. Скоро будут просто вагонами. Ну вот, ребят, короче, результаты после моего похудения, как бы, вот так вот я выгляжу сейчас, так, боком. Живот, конечно, еще не, есть, он не уходит в самую последнюю очередь, получается. Матушка, земля, белая березонька. Выключай.